Еще не рассвело, а дорожные рабочие и дворники уже вовсю трудятся на городских улицах. Их задача – почистить от снега тротуары и остановки общественного транспорта к началу новой рабочей недели. Они сменили ночных дежурных, чьими усилиями с дорог было вывезено почти 4500 тонн снега на специальные площадки. Все работы контролируют специалисты городской администрации. Утром город объезжает и глава Самары Елена Лапушкина. Проверил то, что у нас в основном все остановки общественного транспорта почищены. Почищены дороги, по которым ходит общественный транспорт. И общественный транспорт по информации на утро у нас двигается без сбоев. Тем не менее, объем работы остается достаточно серьезный. У нас есть серьезные вопросы по уборке внутриквартальных территорий, очистке снега. У нас есть вопросы по очистке тротуаров. Не везде мы от налити еще успели очистить. Ну и, конечно, работа по кровле. Итоги работы выходные и первоочередные задачи обсудили на еженедельном рабочем совещании в городской администрации. Всего за сутки в уборке территории города было задействовано 604 единицы техники и почти 3500 дворников. Вывезено 6400 тонн снега. На ближайшие дни, пока осадков нет, запланированы работы по расширению проезжей части дорог, расчистке тротуаров на всю ширину, а также вывозу снега. Кроме того, будет работать тяжелая техника на дорогах пятой категории в частном секторе. Основные дороги по частному сектору прочистили. Процент составляет где-то 50%. Сейчас занимаемся расчисткой оставшихся по обращениям, заявлениям граждан и через район также. Те, которые заявки поступают, отрабатываем. Все работы контролируются районными административными комиссиями, городскими властями и прокуратурой. Если коммунальные организации будут некачественно и несвоевременно выполнять свои обязанности, то на них составляют протоколы об административных правонарушениях. Достаточно активно работают административные комиссии, составляют материалы, собирают материалы для дальнейшего составления административных протоколов. Трудятся вместе с прокуратурой. Прокуратура также составляет административные протоколы. Поэтому, безусловно, если замечания не отрабатывают, то это будет пресекаться, это будет штрафоваться. Особое внимание уделяется уборке подъездных путей к больницам, школам, детсадам, а также подъезду к контейнерным площадкам и зонам выгрузки продовольственных магазинов. Работа по уборке снега в городе не останавливается. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.